Многие пишут, говорят, нельзя жареное на похудение. Да можно. Жарьте без проблем. Что хотите. Мясо, курицу, птицу, рыбу, овощи. Нет проблем. При двух условиях. Первое условие. Если с медицинской точки зрения вам не запрещено есть жареное по различным медицинским показателям. И второе условие. Чтобы сковорода, на которой вы жарите, была смазана маслом, а не залита маслом. При этих двух условиях. Все остальное без проблем. Жарьте, ешьте жареное, вообще никаких проблем. Не надо себя и в этом еще ограничивать. Это не вопрос. У меня обед, у меня здесь жареная курочка. Ну, не курочка, это цыпленок, как бы. Грудка цыпленка, ну, цыпленок, в общем. Паргит на иврите называется, я не знаю, как это. Ну, цыпленок, наверное. Только что со сковороды горячо. Гречка и квашеная капуста. Ферментированные продукты нам необходимы. Клетчатка, опять же, там есть все, что необходимо. И вот такой вот у меня замечательный обед. Кто сказал, что нельзя питаться вкусно на похудение? Можно. Так что, всем приятного аппетита и вкусного похудения. И ешьте жареное. Нет проблем.